что происходит на миле, впоследствии узнает все спортивное сообщество мира. Оренбургский турнир считается одним из наиболее престижных в стране, пристально следят за ним и за рубежом. Ведь во многом по результатам этих зимних состязаний впоследствии формируется сборная страны для участия в уже более крупных стартах. Здесь вот представили на самом деле первых номеров сборной команды страны. И посмотрим, что значит наши лидеры, фавориты. Вот этим турнир достаточно уникален, что вся область практически представлена на соревнованиях. Вообще история у оренбургской мили богатая. Эти дорожки пытались покорить сильнейшие спортсмены страны. В последние годы за медалями турнира устроили охоту и иностранцы, что только способствовало зрелищности. Однако введенные против Российской Федерации легкой атлетики санкции перекрыли доступ на соревнования спортсменам из других стран. Как только снимут санкции и позволят нашим спортсменам выезжать на зарубежные соревнования, а соответственно международным иностранным спортсменам приезжать на наши соревнования, мы пригласим спортсменов очень высокого класса, и рекорд оренбургской мили в следующем году должен быть обязательно побит. Впрочем, в этом году успешно справились и своими силами. На оренбургском манеже пал мировой рекорд на дистанции 2000 метров с препятствиями среди женщин. Отметку покорила ростовчанка Ольга Вовк. Помимо этого, атлетам удалось переписать несколько высших достижений российского масштаба. Рекорд мили не устоял перед чемпионом Европы Валентином Смирновым, преодолевшим дистанцию чуть более чем за 4 минуты. Триумфаторов оренбургского турнира ждут впереди новые свершения. Все надеются, что одним из ближайших стартов все-таки станет Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Будем надеяться, что наше высшее руководство, наши чиновники, те, кто непосредственно занимается этим вопросом, решат его в пользу наших атлетов, защитят нас, потому что мы, кроме них, нас некому защитить. Вот. И будем надеяться, что мы выступим на Олимпиаде все-таки. Вообще, этот турнир не единственная визитная карточка Оренбуржья в легкой атлетике. Наша область регулярно принимает соревнования всероссийского уровня. К нам приезжают ведущие легкоатлеты. На нашей земле ставятся и бьются рекорды страны. Во всероссийском календаре у нас запланировано 4 мероприятия всероссийского уровня. Это вот недавно прошедшая Оренбургская миля, у нас есть Дедуровская высота, у нас есть чемпионат России по легкоатлетическому кроссу, который будет в октябре месяце начали проводиться. И четвертый турнир — это Кубок ректора ОГПУ. Вот эти 4 всероссийских турнира, и 5-й еще на подходе у нас. То есть планируем, что и 5-й турнир будет у нас еще во всероссийском календаре. Это памяти Бакирова, прыжковый турнир. Один из главных легкоатлетических турниров сезона на оренбургской земле — соревнование по прыжкам в высоту «Дедуровская высота». Он проводится ежегодно в День России и каждый раз выявляет целую россыпь молодых талантов, а тренерам – обильную пищу для размышлений. Именно здесь есть прекрасная возможность оценить ближайший резерв в сборную команду страны. У нас Приходкова Екатерина из Дедуровки как раз, она член сборной команды, победительница Олимпийского и Европейского фестиваля. Этот турнир приравнивается к первенству Европы. То есть можно сказать, что она чемпионка, победительница первенства Европы. Конечно, не обходится и без проблем. К примеру, не во всех районах имеется необходимая для занятий легкой атлетикой тренировочная база. Потому главные достижения остаются за спортсменами из городов, где есть площадки и крытые манежи, заниматься на которых можно круглый год. Но практически нет нехватки тренерских кадров. Учителя готовит своих спортсменов к стартам, параллельно совершенствуя собственное мастерство. У нас 8 человек входят кандидатами в сборные команды Российской Федерации по возрастным группам. То есть 8 человек с Оренбургской области. Это очень хороший результат. И я думаю, что это вот плодотворная работа тренерского состава и всей федерации. Впереди у оренбургских легкоатлетов целый сезон. Это многочисленные старты, поражения и победы. А главное — эмоции как у самих спортсменов, так и у болельщиков, которых у этого вида спорта в Оренбурге предостаточно.